будет принимать Гродненский Динамо. Казалось бы, еще чуть-чуть. 20 номер на футболке Дмитрия Климовича. Баллас тогда увезло 3 очка из Гродно. Матч Жудина завершился ничьей 1-1. Ну, как вы видите, много голов в матчах этих команд не прилетает. А вот Андрей Хачатурян решил проверить бдительность Владислава Васильевича. Снова Жан-По. На сей раз Георгий Кантария обокрал Иварийца. Пас на Котлярова. Котляров в штрафной площади. Вернул на Хачатуряна. И каких-то сантиметров не хватило Александру. Ну, мне кажется, Тислюкевич мог не пятиться к бровке, а все-таки идти навстречу с мячом. Владимир Щерба этим воспользовался и эту передачу Николай Януша перехватил. Левым флангом атака Торпедо. Навес, штрафную площадь. Щерба! То ли прострел, то ли такой хитрый удар. И вы знаете, мяч Итак, поехали, друзья. Второй тайм начался в штрафную Гродница. Прям большое скопление футболистов на ближней штанге. Туда же последовал выброс аута. Но там выше всяких похвал играет Михаил Йованович. Снова он выиграет верховую борьбу. Удар по воротам! А вот свисток Шемусика. Навес. Мяч попадает в стенку. За бок держится Евгений Лешко. Несладко ему пришлось в этом игровом эпизоде. Горбачев в центре, штрафной удар. Гол, друзья! Эдгар Олехнович! Первый гол Эдгара Олехновича в нынешнем сезоне. Зрячий удар за пределы штрафной площади. И Владислав Васильевичек, как мне показалось, даже не среагировал на этот выстрел Эдгара Олехновича. Торпедо Жодина в самом начале второго тайма. Естественно, Торпедо сейчас будет стараться успокоить игру. Валерий Горбачик перехватывает мяч после ошибки Горьки Кантария. Можно забивать! Удар! Гол! Сделал 33-й номер. Форвард Торпедо Белас. Валерий Горбачик покатил мимо голкипера. Вы знаете, ну, вопросы к Владиславу Васильевичу. Наверное, первая ошибка в этом матче от Георгия Кантария, но ошибка оказалась достаточно роковой. Перехватил передачу от Кантарии. Дмитрий Климович будет подавать. Навес на дальнюю штангу. И пробил его на фамилии с Владислав Климович. Но удар получился не очень сильным, не очень точным. И тут уже Владислав Васильевичек не сплоховал. Заброс на Горбачика. Хорошо принял Валерий мяч. Снова Кантарий ошибся. Пробил Горбачик по воротам. Как же хорошо вошел в игру Валерий. Ближе к центральному кругу составляет компанию Янику Дженгу. Хорошо разыграли торпедовцы. И удар! Гол! Ну это уже... Друзья, рано мы радовались. Рано радовались жодинские болельщики. Зря Жан-По к этому мячу касался. Друзья, мне кажется, залетал мяч и так в ворота Немана. Но учитывая то, что Жан-По, находясь в положении вне игры, все-таки последним коснулся мяча в этом эпизоде, Виктор Шемусик, ну сейчас Неман переходит в атаку позиционно. Там Менге сбрасывает на Яника. Яник опережает Бушму и... Здорово сыграл Дмитрий Климов. Савастьянов навешивает. Сыграл Глеб Просадкин головой, но сыграл не в ту сторону. Он сыграл в сторону своих же ворот. И сейчас отличная контратака. 4-1 вываливаются жодинцы. Перевод на дальний фланг на Жан-По. Что сделал Жан-По? Ой, плохой прием мяча в штрафной. И оставалось пробивать. Навес? Нет, хорошо разыграли. Котляров. Будет прострел. Прострел, удар. Гол! Ну это просто разгром, друзья. Просто выносят Гродненский Неман жодинцы сегодня. Как апеллирует штаб Гродницы к четвертому запасному судье, мол, толчок был штрафной Гродненского Немана, но главный арбитр нарушения не усмотрел. Жодинцы радуются, гол засчитан.
3-0. Фиман есть возможность отдать направо на Бэтве, но Георгий Кантария, естественно, сразу же вперед на высокого форварда. Удар мы увидели от Яника Дженга.